Я всю жизнь живу на сэмплах. Джук и возможность сэмплирования меня привела, наверное, вот на тот путь, которым я иду до сих пор. Я использовал только сэмплеры из Ableton, у меня стояли только стандартные плагины. Я вообще не использовал ни разу практически синты в Ableton, кроме синусоиды в операторе, поэтому я всегда использовал только сэмплы. Так я шел очень долгой и классной дорогой для себя с выступлениями на фестивалях. Поэтому очень многие альбомы у меня написаны, это все из сэмплирования. Я обожал резать голоса, обожал создавать из них хуки и делать какие-то запоминающиеся крючки, чтобы клубные треки были больше похожи на попсовую музыку в хорошем смысле этого слова.